Клапанная крышка 9 ньютонометров доворачивается, но я ее руками дотяну. Так, устанавливаю механизм ГРМ. Заменю сальник. Поддеваю его. Новый сальник номер 9009-1903. 35-48/7 размеры. Одеваю его по кругу. И вставляю на место. Все, сальник установил. Надеваю шкив. Все. Шкив подтянул, выставляю сразу метку по зазубрине. Выставляю метку по коленвалу. Вот она стрелочка и вот зазубрина. Совмещаем их. Одеваем ремешок Power Grip. Стоял новый ремень. И устанавливаем натяжной ролик. Натяжной ролик через отверстие сверлом зафиксировал.
и выдергиваем сверло. Все, ремень у нас. Автоматически натянут. Закрываем. Дожди идут не ливневые, дожди идут тропические. Заливает все на свете. Перед домом лужа, машины купаются в ней. А помимо лужи там еще и яму раздолбили. Остается мне разметить, просверлить резьбу, то есть просверлить отверстие и нарезать резьбу под крепление трамблера. Девять миллиметров от края головки. И по центру здесь керном делаю метку. И сверлим отверстие. Все, просверлил. Теперь сверлышко на 7. И мечиком М8 1.25 нарезаю.
Все. Крепление трамблера готово. Там вот такая вилка стоит. И зажимает трамблер. Все. Обе эти задачи решил. Трамблер теперь будет стоять нормально. Маленько постоял двигатель. Добавил. Сделал 90 ньютонометров. И пройдусь еще по разу. Думаю, прокладка уже подобжалась. Дожал головку. Ну а теперь нам что нам теперь я снимаю старый двигатель с коробки, вешаю этот, переставляю маховик и вешаю этот двигатель на коробку, начинаю накидывать на него навесное коллектора, гидроусилитель. Подвесил двигатель, осталось теперь только его наживить, и все, и можно цеплять навесное. Бывает, спрашивают, что один все делаешь. Ну, не все, примерно 99% работ выполняю один. Для этого и покупаю всякие нужные приспособления в виде вот такого крана, держателей и других помощников. Постепенно обзаведусь хорошим инструментом. Ладно, стягиваю двигатель, выставляю его и цепляем навесное.
здесь не было болта. Сейчас подберу, поставлю. Прокладка впускного коллектора, судя по номеру, P1LC007 фирмы Partsmall. Оригинальный номер ее 96-18-31-18. Вот это не предусмотрел. Надо было прокладку одевать, когда не стояла трубка. Но здесь ничего страшного. Здесь ее можно располовинить. Все, прикручиваем. Коллектор подтянул. Устанавливаю генератор. Теперь устанавливаю гидроусилитель. Затягиваем.
Устанавливаю выпускной коллектор. Тут еще подарок. Обломанная шпилька. Буду сверливать. По-моему, пошел нормально. Да, все хорошо. Все вышло здорово. Закручиваю новую шпильку. Ставлю новую прокладку. И ставлю коллектор. Шпильки подогнуты.
Ладно, затягиваю.